мои новые красивые пересадки. Это антуриум сестры. Такой большой, крупноцветковый. Он отцвел, и я решила его перевалить вот в такую вот вазу. На дне личузас, смешанная с перлитом и вермикулитом. И вот таким образом я постаралась уложить его корни. И второй антуриум посажен принципом перевалки. Достал, просто сюда его посадил, и все. Так у меня уже растут еще два антуриума, все с ними хорошо. Поэтому я решила попробовать эти антуриумы посадить по этому же принципу. На дне тоже личуза. Вот такой вот красивый шоколадный антуриум, антуриум Black. Будем наблюдать, смотреть. Надеюсь, им эта посадка понравится.